Сентябрь 2021. И мы возвращаемся туда, откуда начинали наш проект «Нью-Йорк, Нью-Йорк» еще за год до пандемии. Таймс-сквер, красная лестница, электронные билборды, праздная толпа, музыка. Все вроде бы так и не так в то же время. Самое тяжелое время пандемии, опустевшую площадь с призывами оставаться дома на огромных экранах называли призраком. Сейчас на главном перекрестке мира сложно соблюдать социальную дистанцию, но маски лучше держать при себе. Нью-Йорк изменился, и мы тоже. И все же это Нью-Йорк, Нью-Йорк. Нью-Нью-Йорк. Новый. Rivers here, today's the first day. Voice it, 'cause it's so good to be alive. There's nobody better, so it's gotta be happy, gotta be you. Nobody else, no. It's gotta be, gotta be, gotta be you. Yeah. Я, как житель Нью-Йорка, могу сказать, что город сильно изменился. До пандемии я работал здесь, на Таймс-сквер. Все нью-йоркцы обычно смеялись над этим местом, но у меня другие ощущения. Здесь туристы счастливы, поэтому я люблю Таймс-сквер. И, конечно же, ковид очень изменил это место. Сейчас Таймс-сквер не так сильно отличается от других районов Нью-Йорка. Здесь все те же магазины, что и везде. В прошлый раз я была здесь в январе, и тут никого не было вообще. А сейчас я вижу жизнь опять. Это здорово. Я из Аргентины. Honestly, right now, как Нью-Йорк изменился? Если честно, все еще страшно. Still scary. Но вот у меня внучка родилась 2 дня назад. Слава богу. Сейчас столько изменений, что за ними невозможно уследить. У меня каждый день возникает вопрос, а что сегодня изменится? Вот, например, мы пришли сюда. Здесь все отдыхают и наслаждаются парком. Я пришла сюда вчера, и мне сказали, что ты не можешь зайти и послушать концерт, если ты не вакцинирован, и у тебя нет справки об этом. Теперь нужно все подтверждать. Это просто сумасшествие какое-то. Это разделение людей. Пандемия полностью уничтожила тот мир, который мы все знаем. Столько неизвестности, но я обожаю этот город, он прекрасен. Раньше были толпы везде и пробки, сейчас все не так. Много бизнесов закрывается, семьи уезжают из Нью-Йорка. Но я считаю, что все потихоньку возвращается, и Нью-Йорк восстановится. Да, есть изменения. Потихоньку все меняется. Наконец-то сейчас мы можем выходить на улицу и видеть других людей. Я взяла отпуск на недельку, чтобы наконец-то насладиться летом и пошататься по городу. Как изменился город? Он был тихим долгое время, а сейчас опять ожил. Надеюсь, мы будем защищены вакцинами и продолжим наслаждаться хорошей погодой. Так здорово сейчас иметь возможность взять на прогулку моего внука и дать моей дочке немного отдохнуть. Я считаю, что сейчас лучше, чем когда-либо было. Стало намного чище и безопаснее. Да, я вот тоже сейчас чувствую себя безопаснее в Нью-Йорке, чем во Флориде, откуда я родом. Марихуану легализовали, давно пора это было сделать, потому что много нью-йоркцев покуривает. Сейчас также много мест открылось, но приняли новый закон, ты должен быть полностью вакцинирован, чтобы пойти поужинать в ресторане. Но все равно Нью-Йорк остается Нью-Йорком. Он прекрасен и уникален. Я здесь родилась. Добро пожаловать в Нью-Йорк. Лучший город в мире. Большое яблоко. Нью-Йорк стронг. Это выражение перевести точно сложно. В
Выносливость и упорство нью-йоркцев помогли им пережить страшный период в истории города. Нью-Йорк потерял 33 тысячи жизней за время пандемии. Город, который никогда не спит, был поставлен на паузу. 14 месяцев локдаунов и страха. Только этим летом, после самозаключения в домах, нью-йоркцы начали постепенно покидать квартиры, привыкая к жизни по соседству с вирусом, с масками, с паспортами вакцинации, с ресторанами на обочинах. Только в Subway по-прежнему еще немножко боязно заходить. Город открылся, но не заполнился. Пятая авеню, главная улица Нью-Йорка, до сих пор полупустая. Можно это списать на длинный уикенд Labor Day, День труда. Уже через пару дней Нью-Йорк начнет возвращаться к жизни новой нормальности. А какой она будет, эта новая жизнь? Нина Вишнева собрала приметы. Местами его не узнать. Он эклектичней, напористей и даже как-то моложе. От безлюдной Таймс-сквер к толпам на колесо обозрения. От балетных классов на морозе. До шумных бродвейских репетиций. От закрытых ресторанов до ренессанса общей пита. Нью-Йорк решительно меняется, и каждый новый штрих в его имидже – ответ очередным вызовам. Я езжу по городу и рисую это послание любви. Люди фантастически реагируют, говорят, что это здорово, чтобы я продолжал. Yes, продолжайте, yes, можно я помогу? Замечательный цвет. В разгар пандемии Манхэттен пережил исход горожан. Кто-то уезжал от страха перед коронавирусом, кто-то вовремя оценил удаленку. Оставшиеся сплотились в кругу семьи и отдыхали тоже в кругу. Потом пошел обратный процесс, и Нью-Йорк принял не только возвращенцев, но и новоселов. Okay, 51 steps. Здесь 51 ступенька. И мы дома. Синтия всю жизнь провела в тихой Пенсильвании. Пенсия и пандемия дали возможность осуществить детскую мечту – жить на Манхэттене. Ощущение было очень странное. Все скамейки стояли пустые. Никого. Очень необычно по сравнению с тем, что я видела в прежние годы. Сирены скорых, пустые улицы. Таким Нью-Йорк был 20 месяцев назад. Мы выезжали на съемки, меняя маски, как перчатки. А это наша ежедневная процедура. Протирать провода и все наши микрофоны. Вообще, все, что мы пользуемся в течение дня. Теперь мы можем не носить перчатки, не всегда надевать маски, но у нас появился новый атрибут. Карточка вакцинации по нынешним временам – самый главный документ. Рестораны, театры, спортивные клубы. В большинстве заведений Нью-Йорка вместо «Привет!» теперь раздается вопросительное «Привет!». Хочешь попасть на занятия по фитнесу? Предъяви свидетельство о вакцинации. Даже спортивные инструкторы показывают его на входе. Если вы только начали процесс вакцинации и, скажем, требуется две прививки, вы показываете свидетельство об одной. Уличные кафе, пожалуй, самые заметные изменения в профиле Нью-Йорка. Рестораторам дают возможность поправить дела после долгих месяцев ковидного простоя. Автомобилистов с проезжей части слегка потеснили, но они и сами не прочь выпить кофейку на воздухе и ощутить европейский шарм. Хочется отобедать под крышей? Карта вакцинации – лучший пропуск в мир высокой кухни. Первый шаг к винной карте. Откуда вы знаете, что это не подделка? Собственно, это же просто кусок бумаги. Я надеюсь, люди добры к окружающим, заботятся о тех, кто вокруг, и не подделывают такие вещи. Я расцениваю это как своего рода дискриминацию. Когда это мы должны были показывать документы о прививках, чтобы попасть в ресторан, спортклуб, куда там еще надо? What else do you have
Честно говоря, я не вижу проблемы. Прививки обеспечивают нам безопасность. Я не верю в принуждение к вакцинации. У людей должен быть выбор. Но я вакцинирована. Поэтому, если препарат убережет вашу семью и друзей, я бы на вашем месте прививку сделала. А вы вакцинированы? Я нет, только Гражданская сознательность или гражданские свободы? Этот постмодернистский дискурс не обошел стороной и Нью-Йорк. Сначала все боялись вируса и ждали вакцину. Теперь кое-кто про вирусы думать забыл, зато в страхе от вакцины. Речь не о вакцине, речь о наших фундаментальных правах. Не думаю, что кто-то должен мне указывать, что делать с моим телом. Это мой выбор. Нью-йоркцы опять выбирают настрой по вкусу и убеждениям. Значит, все в порядке. Город вернулся к обычной жизни. Я не была в Нью-Йорке больше года. Мы уехали на время пандемии из-за детей. И знаешь, что меня больше всего поразило, когда мы вернулись? Как расправились и разрослись нью-йоркские деревья, как теперь птицы здесь поют. А я все это время находился здесь и, конечно же, никогда не забуду звуки сирен машин скорой помощи, буквально разрывавшие тишину опустевшего города. Но знаешь, что интересно? Несмотря ни на что, Нью-Йорк умеет посмотреть на ситуацию сверху, словно из будущего. Иначе сложно как-то объяснить, почему в самый разгар эпидемии здесь решили достроить и завершить один из самых, на мой взгляд, интересных архитектурно-ландшафтных проектов последнего времени – Little Island – маленький остров. Парк на Гудзоне – маленький остров, новое украшение и новый хит Нью-Йорка. В нем поражают и дизайн, и рельеф, и тот факт, что он словно парит над водой. Этот эффект создают 132 бетонные опоры – одна из главных особенностей уникального парка. Опоры острова многие называют инженерным чудом. По форме напоминают тюльпаны и состоят из шести так называемых сегментов лепестков. По сути своей, это огромные чаши, наполненные землей для цветов и деревьев. Колонны тюльпаны над водой поднимаются на высоту от 4 до 19 метров. Не только ради красоты и визуального эффекта, но и для защиты от наводнений. Строительство парка растянулось почти на 10 лет и обошлось в 260 миллионов долларов. 240 из которых профинансировал нью-йоркский бизнесмен Барри Диллер и его супруга-модельер Диана фон Фюрстенберг, сделав любимому городу и его жителям подарок. Площадь искусственного острова 10 тысяч квадратных метров, но благодаря рельефному дизайну, извилистым тропинкам и деревьям он кажется гораздо больше. Именно на такой эффект и рассчитывали дизайнеры парка. Маленький остров – дизайн британского архитектора Томаса Хизервика, автора другого известного нью-йоркского проекта «Vessel». По замыслу, парк должен создавать иллюзию, что вы на время покидаете Манхэттен, переместившись на другой остров. Остров на Гудзоне примыкает к Манхэттену в районе 14-й улицы. Это окраина модного района Мидпакен Дистрикт. Отсюда рукой подать до знаменитого парка Хайлайн и музея американского искусства Уитни. Этот популярный район Нью-Йорка с открытием острова будет еще более оживленным. Ландшафтный дизайн парка разработала известная нью-йоркская компания MNLA. На маленьком острове 35 видов деревьев, более 60 типов кустарников и 270 разновидностей цветов и трав. Лужайки для отдыха и пикников. По замыслу, остров – это не только зона отдыха, но еще и концертная площадка на плаву. Этот амфитеатр способен вместить почти что 700 человек. Конечно же, самое лучшее время для представлений на закате, когда солнце заходит над Гудзоном. В парке в общей сложности 540 метров прогулочных дорожек, извивающихся между холмами острова, по которым при желании можно гулять часами по кругу. Самая высокая точка острова – это еще и смотровая площадка. Отсюда открывается замечательный вид на Джерси-Сити, Статую Свободы, Даунтаун с башней Всемирного торгового центра и Мидтаун Манхэттен. Сам остров возник на месте Манхэттенского пирса 55. Именно к нему должен был в свое время пришвартоваться «Титаник». Именно сюда судно «Карпатия» доставило спасшихся пассажиров. Возведенный над Гудзоном маленький остров с Манхэттеном соединяют две пешеходные дорожки.
Интересная особенность парка заключается в том, что благодаря рельефу и дизайну его внешний вид несколько меняется в зависимости от освещения. Он выглядит по-разному утром и вечером. Для публики маленький остров открыт с 6 утра и до часу ночи. Многие нью-йоркцы предпочитают приходить сюда ближе к вечеру, на закате, когда в парке зажигается ночная подсветка, придающая острову фантастический вид. Маленький остров – это частный подарок Нью-Йорку от бизнесменов-меценатов. И здесь все сложилось очень удачно. Деньги, вкус и любовь к великому городу. Но есть еще один интересный факт. За время пандемии 300 тысяч нью-йоркцев с высокими доходами поменяли место жительства. Это население крупного города. Это понятно. Из-за высоких налогов, из-за безопасности, связанной с пандемией, в Мидтауне сейчас заполнены только 15% офисных помещений. Amazon и Google отложили офисную жизнь до начала Нового года. И вообще крупные частные работодатели Нью-Йорка освободились от 500 000 своих сотрудников. Это, конечно, было бы очень грустно, если бы не одно обстоятельство. В крупнейшем городе Америки, страны больших возможностей, Land of Opportunities, наступило Time of Opportunities, время возможностей. И новые герои Анны Нельсон своим шансом воспользовались. Мы хотим, чтобы вы почувствовали, будто бы вы приехали в хороший отель. Все начинается с униформы, иначе мы были бы похожи на всех. Но мы хотим выглядеть как владельцы, которые представляют собой бизнес. При этом все еще сохраняя моду. Да, это джинсовая ткань. Странно осознавать, что именно COVID положительно повлиял на нашу жизнь, когда так много людей от него пострадали. Я работал в Calvin Klein в отделе спортивной одежды. Я отвечал за дизайн блузок. Меня даже в шутку прозвали «королем блузок». Моя работа была связана с тесным контактом с моделью. Я находился с ней лицом к лицу. А модели курсировали из одного модного дома в другой. Так что индустрия внезапно поняла, что модель – суперраспространитель инфекции. Больше так работать было нельзя. Я был его конкурентом, работал в частной компании по производству модной одежды, занимался дизайном и исследованием тканей. Мы оба оказались вынуждены работать из дома. Ронни работал на кухне, а я в гостиной. Это было непросто, но мы справлялись, пока нам не сказали, что нас официально уволили из нашей компании. Нас обоих уволили за несколько дней до 1 апреля. И когда я рассказывал об этом коллегам на другом конце света, с которыми я проработал в индустрии 20 лет, они думали, что это была первоапрельская шутка. Мне не верили. Шутишь? Ты же 20 лет в компании. Это невозможно. Но мы оба очень быстро поняли, что если никто не покупает молоко, то корова больше не нужна. А мы были коровой, мы были дизайнерами. И если то, что мы спроектировали, больше не продается, и торговля закрыта, то и мы больше не нужны. Нам было страшно, нас охватила тревога, на что мы будем жить и где взять деньги, чтобы оплачивать счета. Мне было так страшно, я понятия не имел, что теперь делать. Я действительно не понимал, как теперь жить. Все, чего я достиг в жизни, больше не имело никакого значения. Индустрия рушилась. Мне нужно было срочно придумать, что делать. Мне нужно было сделать хоть что-нибудь. Я должен был что-то придумать. Но что? Что? Нам нужно на что-то жить. Я ездил кругами по району и наткнулся на склад. И это взорвало мою голову. Я придумал. Мы оба заядлые мотоциклисты. Мы можем объединить нашу любовь к мотоциклам и сделать из этого новую карьеру. Я также понимал, что продажи мотоциклов сейчас увеличились втрое из-за ковида. В метро никто не ездит. Но где же все эти люди хранят свои мотоциклы? И когда он начал предлагать мне эту идею, я просто не мог сказать «нет», потому что это было так хорошо продумано. Это должно было стать чем-то вроде бутик-отеля для мотоциклов. До меня дошло, что ведь этого и правда никто никогда не делал. У нас обоих были очень хорошие зарплаты, и нам очень повезло, что мы всегда откладывали деньги в пенсионный фонд. Как ни странно, во время ковида фондовый рынок рос, пенсионные фонды зарабатывали деньги. Я никогда не думал, что пенсионные сбережения смогут однажды спасти нас.
Мы стали звонить арендодателям со словами: «Эй, мы хотим арендовать ваше помещение». Они интересовались: «А что вы собираетесь там делать?» Мы говорили: «Парковку для мотоциклов». И некоторые сразу бросали трубку. Все, что они представляли себе, это рев мотора, масло, грязь. Так что нам пришлось устраивать презентации, чтобы люди действительно поняли идею. И тогда у нас получилось. Тут был старый склад торговцев рыбой. Все было выкрашено масляной белой краской. Здесь ничего не было, кроме тяжелого запаха рыбы. Но как дизайнеры мы знали, что у нас есть прекрасный холст. Мы могли делать с ним все, что захотим. У нас было одно правило, когда мы строили гараж. Ни один материал нельзя повторять. Если у вас есть один кожаный диван, следующий диван не может быть кожаным. Если у вас есть алюминиевые шкафчики, у вас не может быть алюминиевой двери. Люди иногда заходят к нам, чтобы просто посмотреть, что это там сзади, что за текстура, что за иллюзия. А это, скажу вам честно, просто хорошие обои и свет. Наши клиенты могут сюда приходить еще и работать. Им гарантирован Wi-Fi. У них также есть возможность сканировать, отправлять факсы, печатать и делать копии. Так что это место выходит за рамки представления о гаражах. Это будто бы вы в шикарном бутик-отеле. Когда вы слезаете с мотоцикла, у вас есть свое продуманное пространство. Оборудованное электрической розеткой и зарядным устройством. У вас есть своя вешалка, личный шкафчик. У нас есть 14 камер по всему пространству с функцией распознавания лиц и номерных знаков мотоциклов. Для нас безопасность превыше всего. Мы хотим, чтобы наши клиенты спокойно спали по ночам. Одно место в среднем стоит $250 в месяц, и почти все места раскуплены. Мы же пришли из мира моды и понимаем, что может задать пространству драматизма. Смотрите, свет проникает с крыши и падает вниз, ровно посередине. И вечером это выглядит как модный подиум, да? Мы построили мезонин. И когда мы его построили, я сказал строителям, что мне ничего не нужно в этом углу. Я хочу, чтобы этот угол был моим Титаником. Я могу стоять здесь и смотреть на мотоциклы. Правда, это то, ради чего я теперь живу. Это дело моей новой жизни. Как долго вы вместе? 19 лет. Он мой лучший друг, мой муж, мой партнер. И это такое счастье, что я работаю на него сейчас. Он меня несколько раз уже увольнял. Мы иногда сидим здесь, смеемся, вспоминая, что, боже мой, сейчас 2 часа дня, например, и я был бы в это время на примерке, или производил бы оценку ткани. И странно осознавать, что это наша работа и жизнь так круто изменились и приносят нам огромную радость. Самый большой урок, который я извлек из ковидного времени, это то, к чему Стефон призывал меня 10 лет назад. И я просто пропустил это. Я полагал, что это невозможно. Я не видел, как изменить жизнь. Это было самодовольство и успокоенность. Я перестал мечтать. Мне было комфортно получать зарплату. Я очень гордился своей работой и своим титулом короля блузок. Я бы там так и просидел до пенсии. Теперь мы строим жизнь сами и растем каждый день. Мы снова учимся мечтать и планировать будущее. А планов теперь громадье и уже не остановиться. Оказывается, потенциал безграничен. Вы очень смелые. Так вышло. Вы должны использовать шанс, если мир вам его дарит. Нам говорят, что нужно еще 3 года, чтобы город пришел в себя. Нам говорят, что в офисы не вернутся люди. Нам говорят, что никакие прививки не спасут от новых вариантов коронавируса. И вообще мир не будет прежним. Но реалии не всегда следуют прогнозам. Жизнь возвращается в город. Домой возвращаются люди, покинувшие Нью-Йорк. Грандиозный концерт в Центральном парке с участием звезд так и называется «Homecoming» – «Возвращение домой». Почти 60 тысяч бесплатных билетов раздали онлайн. Надо было сюда захватить еще и подтверждение вакцинации, а главное – желание заразиться духом этого города. Дух Нью-Йорка – это единство и взаимовыручка, терпимость и толерантность. Для меня это разнообразие, культура, забота друг о друге. Это единение. Это так приятно видеть, что люди снова собираются вместе. Мы слишком долго жили без этого чувства. И это то, чего не хватало Нью-Йорку. Стойкость. Стойкость. Вообще, Центральный парк занимает огромное, 3,5 квадратных
километра места в самом центре Нью-Йорка. И в сердце нью-йоркцев. Этот естественный вентилятор легких города был открыт всю пандемию, но в основном для прогулок и пробежек. Great Lawn, Большая Поляна, во время пандемии закрывалась несколько раз во избежание столпотворения. Сегодня к ней также перекрыты пути, но по другой хорошей причине. И это столпотворение говорит само за себя. Слухи о смерти Нью-Йорка сильно преувеличены. Город возвращается. И очень стремительно. Это проект «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Новый Нью-Йорк, новый сезон.